Газета «Видновские вести» на днях отметит очередной солидный день рождения. Постоянные читатели, особенно те, кто верен районке долгие годы, знают, задачи газеты на протяжении многих лет оставались неизменными. Корреспонденты в своих статьях и заметках рассказывали о жизни района, о его людях. А вот внешнее издание менялось и не раз. И внимательные читатели заметили, не так давно «Видновские вести» вновь изменили свой облик. Как новый формат газеты оценивают жители города и района, в нашей рубрике «Видновчане» об этом. Читаете «Видновские вести» газету? Знакомы с такой газетой? Да, конечно. Скажите, вот сейчас она в новом формате выходит. Насколько он удачен, вот эти изменения, насколько удачен, насколько интересен или требует каких-то доработок, может быть? Ну, конечно, перемены какие-то нужны. Понятное дело, что народ любит что-то новенькое, на что-то новое, так сказать, сразу интересно, интерес возрастает. И я думаю, что в новом формате, вот в цветном оформлении, так сказать, «Видновские вести», они уже... так сказать, и красочнее, и интереснее, и для нас, так сказать, очень, так сказать, приемлемо. Так вроде ничего, хорошо смотрится. А что самое главное сейчас в газете, на ваш взгляд? Ну, новости, что в мире творится, что в городе творится. Внешне красиво. Изменилось это, ярко все, хорошо. Красиво. От старой газеты, у этой газеты больше получается лучше окантовка идет и более лучше идет материал. Сама бумага лучше сейчас, наверное, производится, чем в старые времена. То есть ты знаком с той газетой, которая раньше? Да, да. Все здесь есть. Вот, видите, сколько много статей интересных. Я думаю. Видите, какой тираж большой. Очень хорошая газета. Видно сразу. Скажите, а вы читаете местную газету «Видновские вести»? Нет. Почему? Ну, она к нам не приходится. А к вам она не приходит? Нет. А так специально за ней бегать. Скажи, как оцениваешь новый формат газеты? Она уже некоторое время у нас выходит в новом формате. Знаком уже с новым форматом? Нет, с новым форматом не успел познакомиться, не видел после. Как оцениваешь? Ну, внешне очень приятно, сразу все бросается в глаза. И новее выглядит, современнее. Мне нравится. Мне нравится, да. Что именно нравится? Ну, новости какие-то, статьи какие-то. Очень нравится, да. Видно, что я же живу в Видном, надо же читать вести. Спасибо.